Добрый день, дорогие подписчики мои. Меня зовут Людмила Кисленок. Я вас приветствую на своем канале. Сейчас я снимаю видео. Я в городе Логойске на Замковой горе возле руин замка Тышкевичи. Вот, замок был разрушен в годы Великой Отечественной войны, когда немцы захватили замок и советские войска его отбивали. Немцы его заложили мины и взорвали. Так, вот небольшие, да. Обратно на вход, куда нужны. Угу. А, вот сюда, вот назад. Все, выпал. Вот там простреливается. Там стоит, ну, когда ехали кони, то это как она? Когда, ну, встречающий, да, был, выходил из здания, встречал кто, кому, чего, вот, и потом, конец, бежал сюда, приехали русские, русские, блин. А видите, вон на стене провода подходили, то есть уже было электричество. Вон, видишь, на стене такая железка и с этими... Там изоляторы стояли, на этом изоляторы стояли и подводилось. У меня морг. Нет, это этот холодильник. Ну, правильно. Нет, нет. Холодильник. Так. Будинок былой лядовни, один из фрагментов было у сядзібы Тышкевичу. Отдел физической культуры теперь. Так. А это бывшая конюшня садьбы Тышкевича.